В этом году парни из Торнадо оформили танковый требл, выиграв Champions Rumble, второй сезон Wargaming Net League и гранд-финал в мае этого года. Коллектив начал подготовку к новому сезону достаточно поздно, всего за 2 недели до его старта, однако это не повлияло на игровую форму ребят. Счет 5-1 против NSS и 5-2 против Unique тому подтверждение. Неудивительно, что они вышли в 6-очковый отрыв от преследователей. Однако все изменилось после перерыва на абсолютное превосходство. В то время как чемпионы мира позволили себе отдохнуть, остальные команды усердно тренировались, что немедленно отразилось на результате. Сразу после выхода из отпуска парней ожидал матч против NSS. Более мотивированные и несерьезные не дали Торнадо ни единого шанса и разгромили их с болезненным счетом 1-5. Тем не менее, даже поражение в матче с прямым конкурентом не помешало ребятам гарантировать первую строчку турнирной таблицы за тур до окончания онлайн-этапа. Коллектив сохранил прежнюю мощь и готов бить новые рекорды. Смогут ли Торнадо Energy выиграть второй сезон кряду, узнаем совсем скоро.